Всем привет, ребята, меня зовут Конан, это Большие Новости, второй сезон. Я хочу сегодня прояснить и рассказать последние новости в моей жизни за последние несколько месяцев, потому что мой канал, он чуть-чуть, так скажем, изменился, так что давайте погнали. В общем, с чего я хочу начать? Во-первых, да, мне нужно помыться, все, вот так. Во-первых, дело в том, что последние месяцы выпускаются больше коротких видео. У меня даже появился второй канал, который очень хорошо развивается. Там просмотров намного больше, чем на этом канале, на основном, как это бы странно не было. Но дело в том, что это вторая работа, где я потратил свои деньги, сколько я вообще там работал. Я про это ничего не рассказывал, так что давайте погнали. Вообще, в конце июля, 24-го, если я не ошибаюсь, я начал работать, наверное, в худшем отеле. О, футбольные новости ушли. Худшем отеле в моем городе, это просто какой-то звездец. Меня там платили в два раза меньше зарплаты. Я там, дело в том, что я работал обычно 9 часов. Я там за двоих вообще-то отрабатывал, и в конце же за троих, поэтому я и ушел оттуда. Ну да ладно, не буду здесь ныть, как обычно, это традиция в наших видеороликах, в моих видеороликах ныть про все. Ну ладно, здесь у меня вода. Дело в том, что я получил деньги свои, законно заработанные бабки. И половину, как вы знаете, потратил на смартфон. Realme GT, мастер, это же отличный смартфон, я им доволен. Я им абсолютно доволен, советую всем, ребятки, на заметку. Начал я выпускать короткие видео, и тем более так долго. На самом деле, я ушел из работы, я же начал в конце июля, 24-го. Я ушел 22 августа, где-то месяц поработал. И остальное время я просто только и делал, что снимал короткие видео, потому что я потерял микрофон. Я не знаю как, но в торговом центре я потерял микрофон. И поэтому я такой, ну давай буду записывать много коротких видео, потому что когда я из Кипра уйду, мне нечего записывать, потому что у меня не будет нового телефона, у старого микрофон не очень. Поэтому я начал записывать короткие видео, и пока вот пришел мой телефон, я записывал короткие видео и их выложил, так скажем. Дело в том, что из Кипра я приехал уже 16 сентября, но до сих пор на другом канале выходят видео из Кипра. Как бы, но зато я сохранил актив, я его наоборот поднял, эти короткие видео, вообще про это отдельно видео сниму, потому что это очень хороший способ поднять свой канал. Про мою зарплату все. Хронологию мы с вами восстановили. Я думаю, что для меня это было обязательно восстановить хронологию, понимаете, да? И скоро, во-первых, благодарность за то, что нету школ, это отлично. Во-вторых, скоро на обеих моих каналах, будет 100 подписчиков, это просто охренеть. То есть 200 подписчиков получается, и это просто бомбические новости, это просто какой-то, да? Поэтому я там очень рад. В целом, в этой серии больших новостей, это второй сезон, первая серия, мы поговорили про именно мою жизнь, понимаете? Мы поговорили про что происходило все эти времена. Сейчас я буду выпускать уже короткие видео, как бы я буду продолжать этого делать. Просто уже видосиков с Кипра, наверное, не будет, потому что их у меня не осталось. Но у меня есть другие вещи. Так что подписывайтесь на мой второй канал, там вообще актив дикий. Каждое короткое видео почти набирает не менее там 1000 просмотров. Там просмотры просто охренительные. Подписывайтесь, ребятки, не забывайте. А с вами был я, Конан. Всем удачи и всем пока. Пока.